Так, мод Горизонт. Сам автор советует играть в режиме выживания с этим модом. Ну, я бы вам категорически не советовал этого делать. Потому что я вот сейчас на обычную включил, посмотреть, побегать, что это за мод вообще. И, по факту, как будто на выживание играю. То есть, мне даже страшно представить, что на выживание будет твориться. Мод усложняет все, не знаю, в разы. То есть, противники сильнее, попадаются случайные встречи чаще. Я напарывался уже, вот у меня сейчас 12 уровень, но вот я на 10 бродил. И на мифических когтей смерти, и чудовища вылазили из кустов, там где их по идее быть не должно. Банды мутантов, стрелков, это нормально встретить вообще. Если раньше бегало две собачки, бегать теперь 5, и все злобные. Вот. Вторая сложность, тут до 10 уровня как минимум бегаешь как бомж. У тебя нет ничего вообще. Ни патронов, ничего. Ни лечилок. Я вообще терпеть не могу оружие ближнего боя, ну, в такой игре именно. Вот. Ну, я тут основное время бегаю с топором каким-нибудь или с палкой. Потому что нечем стрелять, да и не из чего. Оружие тоже порезано. Теперь оно разделяется на такие категории, как изношенное, поврежденное, разрушенное, ну или непригодное в другом переводе. Вот. Пока хороший, ну как хороший ствол, вообще неповрежденный какой-нибудь ствол найти, это вообще тут праздник какой-то. Тут, в принципе, все завязано на крафте, и все это можно крафтить. И оружие, и патроны, и все такое. Но для этого надо сперва еще перки прокачать. То есть не слабый уровень поднять. К тому же тут еще книги, которые мы находили, журналы, там комиксы и все такое, теперь обязательно, потому что они дополнительно дают всякие навыки необходимые, там вот гровнок, например, для создания ближнего оружия, там всяких модификаций. Вот, они теперь необходимы, эти журналы. Вот. Дальше, и ресурсов нужно кучу насобирать. Система вообще тут крафта развита, изменена, то есть из тех же самых предметов теперь получаются другие ингредиенты, ну как не другие, а добавлены новые, изменено что-то там, и для крафта тоже изменены, изменения внесены привычных предметов. Вот, теперь даже обгорелые книги надо собирать, потому что там упаковочный материал, который нужен, например, для создания кроватей, вот в таком духе. Вот, в плане купить. В плане купить все очень дорого. У продавцов крышек мало, обновляются нередко магазины. И, соответственно, на первых уровнях мне туда и не дойти до них, до торговцев. Потому что валят очень быстро. Брони нормальной тоже нету. Медикаментов, то изменения, какие медикаменты? Теперь делятся на боевой стимпак, который можно в бою применить, и на всякие лечебные бинты и повязки, которые можно только вне боя применять. Вот. Мало того, они еще и имеют побочные эффекты. То есть вот этот лечебный бинт, например, если используете, то вы будете во время лечения получать 20% дополнительного урона. Вот. Также тут есть такие вещи, как отравление, то есть какой-нибудь кротоклыс вас укусил, и там, я не помню, как это называется, этот эффект у них. Вот. Ну и вы наносите меньше урона какое-то время, довольно-таки продолжительное. Нужно выпить антидот. Радиация тоже, так, ну, не знаю, во всех или нет, но очень сильно усилена, очень большую дозу эту получаю постоянно. Антирады тоже крафтить, пока я их, нужно тоже прокачивать перки, чтобы их крафтить, собирать кучу ресурсов. Довольно дорогостоящее занятие покупать. Они стоят 250, если не ошибаюсь, крышек.
250 крышек, Карл, антирадин, который нужно постоянно жрать. Вот. И, соответственно, его тоже очень мало. 1-2 в продаже у торговцев. Тоже еще и попробуй найди. Патроны пока крафтить я не мог. Я пару раз покупал, пришлось. 40 штук, там, 1000 крышек. Серьезно. А учитывая, что усиленные тут враги, то, допустим, 38-й калибр, с которым я изначально бегал, потому что другого просто не было. Ни патронов, ни самого оружия. Это так, только царапает. То есть там пару обоим нужно всадить врага, чтобы хоть убить, если и не убить, то хотя бы больше половины здоровья снести. То есть эти все 40 патронов улетали моментально. Вот, так что довольно-таки тяжеловато все это идет. Вот. Ну и еще тяжело то, что уровень растет очень медленно. Я не знаю, раза в два, наверное, медленнее, если не больше. Вот я сейчас покажу карту. Вот карту. Вот где я уже побывал, полазил, вот квестов кучу выполнял. Видите, почти всю карту открыл. Вот. И у меня 12 уровень только стал. В обычном, наверное, уже было бы 25, наверное. Ну, тут перки еще изменены. Изменены перки, я вот что лоханулся тоже еще, не обратил сразу внимания на это. Вот, измененные перки довольно-таки приличные. Некоторые оставлены, конечно. Вот, например, вот, эксперт по карабинам. Вот, смотрим, вот первый. Вот, имеет на 20% большую дальность. Эксперт по карабинам. А в оригинале они наносят больше урона на 20%. Второй на 5% шанс на крит 20%, игнорирует 10% цели. К тому же он еще там нужен для крафта чего-то, я сейчас точно не помню. Вот опять увеличивает на 40% дальность стрельбы. То есть вот изменено. Вот тоже вот, так сказать, обязало нужно учить. Вот, чтобы одомашнивать, готовить экзотические блюда, заниматься травами. Вот, тоже обязало теперь нужно учить. Так, и вот главное тут ванс, который раньше никто не использовал, и я тоже пропустил как-то мимо его. Теперь он за него дает 5 дополнительных очков, которые можно потратить на перки эти. То есть он обязателен к изучению. Вот, и, ну тут это не читерство, потому что тут очень много нужно чего учить, чтобы нормально крафтить. Все вот эти вот оружейники, химики, медики, ну все нужно учить, науку, лидеров, все нужно обязательно учить, чтобы тут что-то крафтить, чтобы апгрейдить оружие. Так что это не читерство, то что он выдает по 5 там очков дополнительных. Так, ну тут очень много добавлено предметов для крафта, имеется в виду станков всяческих, установок, всего такого прочего. Я еще сам их толком не обследовал, к тому же там часть открывается со временем, с повышением уровня. Ну вот если, допустим, поставил почтовый ящик. В прошлый раз мне прислало письмо Пайпер, нашла какую-то книжечку для тренировки собак, и у меня после прочтения там у псины увеличились характеристики боевые. Ну еще какой-то там придурок, не знаю, прислал там письмо с угрозами и отрезанную башку кошки. Вот сейчас посмотрим, может тоже что-нибудь пришло. Так, новых 2 сообщения. Читать новые сообщения. О, руководство боеприпасом. Тыры-пыры. Вот это хорошее. Так, анонимы спрашивают о тех оружейных журналах, которые показывают подписчиков журнала. Это, честно говоря, не знаю, что это значит. Ладно. Так. Руководство боеприпасом. Что-то ничего не написано. А, вот. Рецепты зачем? Ну вот, видите. А для создания, для крафта нужно вот это изучать. Так, руководство и оружейный коллекционер. Ага. Ага, вот.
Так, Тива Янжан нашел подписчик в церкву Инси. Ага, это имеется в виду, что я должен пойти туда эти журналы поискать. Ну, вот такая вот почта здесь веселая. В общем, нужно все вот эти журналы искать, вот эти новые побочные какие-то журналы, руководства. Все нужно искать. Тут весь мусор, весь хлам, абсолютно весь, который попадается, тащить в дом. Вот. Вес изменен. У меня 280, так он у меня 250 был на старте, по-моему, 5 сил у меня было. Вот. Плюс вес вещей очень сильно снижен. Ну там в разы снижен. И оружие, и вещей. Так что таскать сейчас вы можете, ну, огромное просто количество всякого мусора и хлама. И практически весь он нужен. Или на разбор, или продавать. Ну, в общем, нужен. Вот в таком духе пока.